Жми лайк, если играл в Змейку еще на телефонах, и мне интересно узнать, сколько у нас здесь таких чуваков. Привет, ребят, с вами Илья, и сегодня хочу вместе с вами вспомнить классическую мобильную игрушку Змейку, а точнее ее адаптацию на современный лад. Перед нами такая сегодня новая игрушка, называется она Color Snake, и это новая Змейка на мобильные устройства iOS и Android. При этом эта игра именно с новым видением и подходом к геймдизайну, и такое мне по душе. Здесь мы по классике с вайпами управляем змеей и стараемся пройти более 100 уникальных уровней. В игре присутствует не один, а сразу 4 цвета, которые мы уже будем использовать и таким образом расти. Также помимо этого в игре еще присутствует множество бонусов, которые нам помогут в преодолении таких уровней. Поначалу, конечно же, будет просто, а далее начинается хардкор, и тут нужно просто в оба глаза смотреть и постараться максимально грамотно обойти препятствия. Притом препятствием будем мы сами, то есть наш такой хвост, который будет с каждым разом все больше, еще раз больше. Ну а по самим бонусам тут реально их много, есть замедлялка времени, ножницы, сердце и многое-многое другое. Ножницы, кстати, отрезают в половину нашего героя, что очень помогает в прохождении, так что рекомендую это дело юзать. Игра реально вдохнула новую жизнь в этот жанр, и за это разработчикам просто большое спасибо. Теперь во все играю и вам тоже рекомендую, поэтому ссылочки оставил в описании. Короче, ребят, давайте пробуйте, и мы выясним, кто здесь самый крутой, ведь в этой змейке также есть таблица лидеров. Короче, все, дерзайте и пробуйте, ну а также ставьте лайки моему видосу. До скорых встреч и пока.